Что за... Уолл, эй, Уолл, уйдите отсюда! Привет, Люси. Привет, пап. Не говори, что ты забыл, какой сегодня день. День отца! День отца! День отца! Стоп. Разве сегодня? Да, сегодня. Я не ожидала многого от твоего жалкого людского мозга, но все же. Яйца. Дэйв? Нет, да, точно не забыл. Я же ответственный отец. Дэйв, не облажайся. О, да, ты можешь не появляться в доме. Соседи жалуются на демонические... звуки. Привет, милая. С днём отца, папочка! Вот тебе подарок. Это правильно. Что будем делать в этот особенный день? Мы пойдем с тобой в парк? Я хочу мороженое! Вообще-то, милая, папе нужно сегодня поработать. У нас всю неделю были проблемы с серверами. Я увижу, где ты работаешь! Вообще-то, я скорее думал позвонить няне. Но мама сказала, что мы будем сегодня вместе. Ну, знаешь, я люблю тебя и взял бы с собой, но ты можешь быть слишком энергичной для офиса. Дэйв-младший? Пожалуйста! Я очень хочу посмотреть! Мама показывает, где работает она! Ну, мама королева ада, милая. Поверь, эти дел даже близко не сравнится по крутости. Он крутой для меня. О, господи, помоги мне. Ладно, пошли. Да! Классно. Отлично. Боже, что нам делать? Я не знаю, может ли Сатина контролировать свои силы. Или что, этот вернуться на одну секунду? Она откроет портал или подожжет кого-нибудь. Стоп, о чем это я? Она же не дракон. Дэйв, держи себя в руках. Папа, папа! Я тренировала свое дыхание огнем! Хочешь, покажу? Сатина, нет! Тина, послушай, тебе ни в коем случае нельзя использовать любые свои силы в офисе, хорошо? Значит, никакого огня, никаких порталов, проклятий и ничего в этом духе, и в любом духе. Ладно. Ну? Вот и он. Здесь ты работаешь? Это так круто! Ты говоришь так, потому что тебя все впечатляет. Но спасибо. Чем все занимаются? Отвечают на звонки, милые. Когда у людей проблемы с компьютерами, они звонят, и мы чиним их. Это как лечение, только компьютеров. И нехватки эмоционального удовлетворения. Ха, на нас будто все смотрят, да? Мама, я вообще-то хочу поиграть. Боже, Сатина, ты голая! Что это значит? Чел, кажется, Дэйв притащил сюда собаку. Ну, могло быть и хуже.
Так, теперь вернемся, пока не... А, Дэвид. Опоздавший и растрёпанный, и живущий в пятнице. Во вторник, кажется. О, боже, сэр, мне очень жаль. Надпись шуточная, клянусь. Алкоголизм — это серьезная проблема в Америке. И где твоя нешуточная дресс-кодовая рубашка? Позволь спросить. О, а это кто? О, это моя дочь Тина. Тина — ее полное имя. Моя кровь и плоть. Обожаю кровь и плоть! Пробовал ли ты мазать ребенка солнцезащитным кремом? Ладно. В любом случае, поздравляю тебя с малышом. Я всегда думал, что ты будешь тем, кто умрет в одиночестве, но эй! Да что я знаю. Теперь возвращайся к работе. Дэйв, мужик! Абсолютно согласен с футболкой, бро. Пиво за победу! Я люблю пиво. Можешь вернуть рубашку, Тина? Итак, зависая в этой комнате, нас точно никто не осудит, то есть не побеспокоит. Будет славно, да? А как насчет этого парня? О, это просто Мелвин. Приходит сюда поспать, он не считается. Что это за маленькие здания? В них живут маленькие человечки? Нет, не совсем. Это серверы. Вот этот называется клиент-серверная модель. И единые общие вычисления распределяются между несколькими процессами или устройствами. Серверы могут предоставлять различные возможности, зовущиеся службами, такие как использование данных, ресурсов или множественных задач, предоставляя клиентам различные возможности. Один сервер может обслуживать много клиентов, и один клиент может использовать разные сервера. В разных сетях. Сатина? Сатина, ты где? Милосердный Иисус! Да тут все в огне! Сатина, что ты наделала? Это была случайность, я клянусь! Как ты... сумела случайно что-то поджечь! Я еще плохо дышу огнем! Я так облажался. Может, я смогу помочь? О, нет. Ничего не делай. Не стоило брать тебя сюда. О чем я думал? Это билет в один конец на увольнение. Я потеряю квартиру. Я не могу оставаться в мотеле. Я буду жить в аду и никогда больше не увижу ни свет, ни тех, кого я люблю. Ну, или могу остановиться у своих родителей. Это Дэйв. Дэвид! Я не знаю, что ты сейчас сделал, но лучше тебе сию же секунду подняться в мой офис! Конечно, сэр. Да что это за музыка? Очень похоже на то, что мы ставим в чистилище. Что происходит? Это розыгрыш? Дэвид! Дэвид, мой мальчик! Поздравляю. Я и не знал, что у нас на руках есть такой технический гений. Прошу вашего внимания. Дэйв перенаправил всю нашу мощность на один модем и ускорил наши сервера в два раза! Благодаря ему падение серверов останутся в прошлом! Ты герой, Дэйв! Я люблю тебя, Дэйв! Что? Я не герой! Он такой скромняга! Слушай, Дэвид,
Почему бы тебе не взять отгул на остаток дня? Давай, ты уже выполнил достаточно работы. Я знаю, что ты хочешь провести время со своей милой дочуркой. Но, сэр, я не думаю... в смысле, звучит классно. Спасибо, сэр. Ты ведь не имеешь никакого отношения к тому, что произошло? Ага, это было просто. Я использовала то, что не сгорело полностью. Это была ты? Так ты меня слушала? Это прекрасно! Я так горжусь тобой! На твоей работе так весело! Ты думаешь, я смогу там когда-нибудь работать? Ну, поживем и увидим. Но что ты сделала, что сервер заработал так хорошо? Некромантия! Я тренировалась! Special thanks to all of our 200-plus patrons, especially John Sinclair, James Kelly, Midget Idiots, Victor Murillo, Spencer Lewis, Marcus Roberts, Nerio, Espirit Decor, Scout, Angel Benuelos, Virgil Bartoli, Photo Negative Mickey, and Raptor. You guys rock, and we couldn't have done this without you. Thank you so much. See you next episode.